В отношении бывшего ректора музея-заповедника народного быта Александра Шевцова прекращено уголовное дело. Он попал под действие амнистии, объявленной к 70-летию Великой Победы. В августе прошлого года в отношении Шевцова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 239 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Сотрудники ФСБ установили, что под прикрытием заповедника в 2004 году создана организация «Троерусский народ», не зарегистрированная в установленном порядке. Ее деятельность была сопряжена с насилием над гражданами, в том числе над женщинами и детьми. Кроме того, ректор обвинялся в вымогательстве. Арест Шевцова вызвал общественный резонанс. Тему освещали региональные и федеральные СМИ. Часто фигурант уголовного дела был представлен в репортажах не в самом выгодном для него свете. Теперь, когда появилась новость об амнистии, последователи Александра Шевцова в соцсетях предлагают журналистам принести публичные извинения, видимо, путая амнистию с оправдательным вердиктом. В соответствии со статьей 133 УПК РФ, прекращение уголовного дела по амнистии не влечет право реабилитации, то есть возмещение причиненного имущественного вреда, возмещение морального вреда, восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Данная норма закона была разъяснена Александру Шевцову 18 мая следователем, и с ней он согласился письменно.